Мы все время говорим о том, что вот так, приемы, там какие-то, еще там, еще ранее. Это сложно, как бы, в каком плане сложно? Сложно в том, что вот, моторика более тонкая. Но мы его не будем делать как тонкую моторику. Мы его сделаем грубо. Опять, наша задача что? Первое, что нужно сделать? Убрать от себя. Уйти с линии атаки. Уйти с линии выстрела, совершенно с линии атаки. Раз. И завладеть оружием, правильно? Все, то есть потом мы его должны отобрать. В данном случае, если мы не отберем, мы даже не убежим, мы даже ничего не сделаем. Если у нас была одна, вторая рука, я бы нос сломал, поэтому и все. Да? Но у нас, у меня ее нет, поэтому работаем. Вот смотришь. Вот. Мы уже банк. И работаем. Дай мне железный. Где он? Мой. Щелкающий. Да. Все, он держится. Ушел, раз, все. Вот он мне пистолет. Ну, можно обремень. Можно об ногу, от чего угодно зарядить. Да, об ботинок. Это уже дело навык. Нужно работать просто. Но! Сейчас не об этом дело. Я говорю, я без руки. Еще раз. Как это делается? Ушли. Дальше. Мы работаем. Мы встряхиваем не руками. Мы опять поворачиваем точно так же. Вот. Все точно так же делается. Стволом вверх. И естественное для нас движение. Мы все градусы представили. Себе, детям, кому-то, там, родственникам. Да? И что потом? Мы встряхиваем. Получается то же самое. То есть мы раз и оп, встряхнули. И уже отходим. Все, мы его раз поменяли. И все проверили, все нормально. И держим под контролем. Убрали. Буквы как держи. Все. Убрали. Ушли. Здесь дело вообще не важно. Двух руках держишь, трех руках что-то держишь. Понятно? За счет чего встряхивание происходит? Мало того, что мы встряхиваем рукой, но мы еще встряхиваем тело, мы его вбиваем, как гвоздь. Видите? Все тело мое срабатывает туда, никуда он не денется. Видите, какой эффект? Дело в том, что я же перед тем, как сделать прием, я же не говорил ему, что я буду делать. Но первый раз даже не понял, как это получилось. Да. Стряска от ноги, да? Да, идет вот он. Точно так, как вот ударил. То же самое, вот он. Ушел. Все. Самое главное уйти с линии выстрела, зацепиться за ствол. Зацепились за ствол. Раз, все, вот он у нас здесь. Делается, чтобы легче было. Но дело в том, что я сейчас скажу подробности. И это будет белая обезьяна. Не буду говорить подробности. Работаем.